Нет, ребят, все-таки пенсия – это замечательно. Да ну? Да. А как вы попали в милицию? Я в пятом классе прочитал записки о Шерлоке Холмсе. И понеслась. Это на двоих. Очень хорошо помогает сосредоточиться. Судя по форме цвета отпечатка, целовал лейтенант Кутепова. Накрыл милиции прямое время драки. Следователь поизучал мое дело в кабинете и говорит, либо 5 лет за хулиганку и за изучение карате незаконное, либо, говорит, давай к нам в органы. Давайте по-хорошему, а? Далеко собрался, а? Какие планы на вечер? Познакомился с девушкой. Ну, я обратил внимание, что Зине нравятся мужчины в форме. Ну, соответственно, сделал ход конем. Небось, опять по своим расследованиям бегал. На меня времени как не было, так и нет. Следак он и на отдыхе, следак. Как здесь оказались? Да я рядом живу здесь. Не удержался, решил поинтересоваться. Опять эти чертовы пенсионеры суют нос в мое дело. А что вы здесь делаете? Я попрошу посторонних покинуть место преступления. Помнится, вы как-то говорили о бывших операх, которые помогли вам. Скажите, как я могу их найти? А ну стой! Газуй! Тут надо группу создавать и расследовать. Я извиняюсь, а вы из какой конторы будете? Из главной? Не из главной, из старшей. Вот и беда нашей милиции, они заслуженные, кругом послать некого. А вы, товарищ пенсионер, не мешайте профессионалам работать. Сейчас медленно и молча все отсюда уходим. Этого не забуду. Какой странный человек. Ты ему погон спасаешь, он же тебе угрожает. Я обратил внимание, делал это совершенно искренне. Наша служба и опасна, и трудна.